Уважаемые коллеги, завтра у нас будет организована трансляция из операционного института онкологии и городского онкологического диспансера. У нас подготовлено несколько случаев. Первый случай – это пациентка 46 лет, изначально обратилась с диагнозом рак левой молочной железы, клинически был оценен как Т2Н1. Пациентке был верифицирован диагноз иммуногистохимический, эстроген, прогестерон положительный, HER2-1+, проведена химиотерапия, достигнут частичный регресс как первичного очага, так и лимфатических узлов. Пациентке планируется выполнение органосохраняющей операции левой молочной железы с биопсией сигнального лимфоузла без срочного исследования, потому что, как я уже сказал, эта пациентка находится в протоколе, ей будет также выполнена аксиллярная лимфодиссекция и замещение дефекта торакодорзальным лоскутом. Вторая операция, пациентка 43 лет, у которой диагностирован рак правой молочной железы, клинический Т1Н0, диагноз верифицирован гистологически. У пациентки планируется мастектомия справа с биопсией сигнальных лимфоузлов, торакоскопическая парастернальная лимфодиссекция также с определением сигнального лимфатического узла и с одномоментной установкой экспандера. Оперирует Исмагилов Артур Халитович, Губайдулин Хасан Маратович и Зернов Константин Юрьевич. Из городского клинического диспансера будет трансляция операции у пациентки 57 лет, диагнозом рак правой молочной железы Т1Н0, диагноз также верифицирован. Пациентке планируется секторальная резекция с интраоперационной лучевой терапией, биопсией сигнального лимфатического узла. Это обязательная программа, которую мы завтра планируем вам доложить. Первая операция начинается в 9 утра, начинается она с трансляции более подробного клинического случая, с данными инструментальных методов исследований. Трансляция будет в интернете, и трансляция будет в этом зале. Модераторы будут Гарик Альбертович Дашан и Александр Алексеевич Бессонов, которые здесь будут комментировать и задавать нам вопросы в операционной, а мы будем на них отвечать как в интернете, так и в этот зал. И если у вас хватит терпения, то также подготовлены пациентки еще два случая. Также органосохраняющая операция с торакодорзальным лоскутом и биопсией сигнального лимфатического узла и пациентка с кожесохраняющей мастектомией правой молочной железы с реконструкцией формы молочной железы экспандером, биопсией сигнального лимфоузла как аксиллярной области, так и парастернальной области. Спасибо большое. Завтра с 9 утра мы вас ждем либо в этом зале, либо в интернет-трансляции. Спасибо.